наконец-то заключительная серия. Только что вы могли увидеть щит, что до Симферополя примерно 90 километров. На Сирию, где вот этот ДПСники тормознули, нарушил правила дорожного движения, начинают поступать комментарии. Я представляю, что будет дальше, сколько пинков придется выдержать. Ну, я никогда и нигде не утверждал, что являюсь образцовым водителем, такой же, как и все. Во многом поведение на дороге зависит от психофизического состояния. Чуть позже расскажу один случай, который был у меня в перегоне. Значит, был у меня перегон. Впереди мобильный пост ДПС, контроль разметки. Ограничение 60. Из Иркутска в Москву. В Иркутск прилетел на самолете. Ну, во-первых, перелет, там разница в часовых поясах. Организм еще не успел адаптироваться. И, ну, обычно, когда из дальних точек перегоняешь автомобиль, те, кто сдает, с пониманием относятся, готовят автомобиль, чисто внешне помоют там и так далее, подготовят его, проверишь состояние автомобиля внешне, визуально, масло и так далее. Давление в шинах. И если из дальней точки, то обычно ребята пригоняют автомобиль в аэропорт, чтобы не крутился по городу, не искал, вот, для удобства. Затем я их везу туда, куда им нужно, ну и стартую уже в сторону Москвы. Вот такая обычная картина. В данном случае позвонил, попросил пригнать. Своеобразная такая дама с характером. Уже слышно было по голосу об этом. Там ДТП произошло с правой стороны. Этот кадр, этот момент я, наверное, чуть приторможу на видео. Ну так вот, разговору о том, что она пригонит автомобиль в аэропорт, даже речи не могло быть. О поездке на такси, город-то, во многих городах был, и невозможно все города помнить и знать. А на такси это довольно-таки накладно, потому что цены, например, в Хабаровске, в Иркутске значительно, ну, для меня значительные, дороже, чем в Москве. Ну, отказалась приехать в аэропорт, бог с ним. Поехал на место встречи. Подгоняет автомобиль. Ну, я был, честно говоря, даже удивлен. Автомобиль снаружи грязный, то есть невозможно было осмотреть. Но когда заглянул в салон,
салон. Ограничение 60. Ужаснулся. Было такое ощущение, что в автомобиле ездила свинья. Обшивка кресел в потеках, там слой грязи, какие-то бумаги. Ну, в общем, мусорный ящик, а не салон. Так, с левой стороны село Богатое. Впереди мобильный пост ДПС, контроль разметки. Ограничение 60. С правой стороны Мелехово. Ну так вот. Салон, в общем, очень грязный был. Ну да, конечно. Но это тоже проблема решаема. Одно заднее колесо, там грыжа вылезла. Запаска спущена. Не знаю, пробита или нет. Была пробита или нет. Автомобиль в отвратительном состоянии. Впереди по ходу движения будет Чернополье. Будем проезжать. Вот, и плюс ко всему почти сухой бензобак. Не знаю. Но может разорвусь. Ну, все это. Все это отрицательно сказывается на настроении, плюс ко всему еще было, ну, это, усталость от перелета. Так, мы немножко приглушим салон автомобиля. Ну, в общем, автомобиль принял в таком не очень, ну, очень плохом состоянии, и внешние, и внутренние, плюс проблемы вот с колесом, запаска, почти сухой бак бензина. Ну, бог с ним. Нашел поблизости колонку, залил полный бак бензина и выехал в сторону Москвы. Вы сами понимаете, состояние такое вот очень некомфортное. То, что подъехали к городу Белогорск, он с правой стороны по ходу движения. Большой, ну как большой, средний величинный город. Можно прочитать название улиц. Нижегородская, Героя Мирошниченко, улица Шевченко, Садовая. В общем, в основном, основная часть города с правой стороны. Вот. И я забыл сказать, что это был из Иркутска перегон в Москву. И уже приехал в Усолье Сибирское. Нужно было взять продукты, как-то дорогу затариться чем-то. И в этот момент звонок. Звонит эта дама, которая передала автомобиль. Вы знаете, я забыла очки солнцезащитные в салоне. Подвезите их мне. Ну, я сказал, что я уже в Усолье Сибирском. Вот, если хочет получить очки, я могу подождать ее, пусть приезжает. Там километров 100, по-моему, может, чуть побольше, может, чуть поменьше. Вот. Так, проехали
проехали Белогорск, ну это окраина уже города, и двигаемся в сторону Симферополя. Так вот, вот тут я немножко злорадно так позлорадствовал, что какой-то, скажем так, положительный импульс был. Во-первых, у нее обращение было, как сказать, ну, разговаривает с людьми, как с людьми второго сорта. Руководство, наверное, она перед ним кланяется, не знаю, но а с остальными людьми, там еще другие были сцены, я о них говорить не буду, разговаривает, как с людьми второго сорта, с таким высокомерием, пренебрежением, ну, я бы сказал, с брезгливостью. Но это вот я объяснил свое состояние психофизическое в тот момент. Естественно, ехал в таком вот вздрюченном настроении. Остановился в Усолье-Сибирском, зашел в магазин купить продукты. И об этом, ну, весь ролик был размещен в интернете, там интересно будет, посмотрите. Один комментарий был, я просто был в восторге. Смеялся. Пишет, нарушил правила дорожного движения 100 раз и под конец поджег мусорку. Но там действительно я покурил и окурок бросил в урну, которая стояла возле магазина. Не потушил его. Зашел в магазин, пока там покупал продукты. Это окурок заявил о себе, урна стала дымиться. Ну, я взял воду, потом залил, конечно, все это. Но сам вот сама суть комментария всего этого меня искренне, говорю, порадовала. 100 раз нарушил правила дорожного движения и под конец поджег урну. Вот. Я не... Повторю, что никогда и нигде не говорил, что я образцовый водитель, такой же, как и все, подвержен стрессам, каким-то другим вот нюансам. Ну а вот, вот этот случай с ДПСником, когда нарушил, выехал на островок, все это. Ну, во-первых, я очень не хотел по этой дороге ехать. Уже было напряжение эмоциональное. Вот, плюс вот это дискомфорт в салоне, когда впереди идет вонючка, не знаю, что она везет. Вот. Я не оправдываюсь, не объясняю, не... Короче, я продолжаем движение в сторону Симферополя. Впереди поворот направо, улица Трубенко. Населенный пункт Цветочная. Это с правой стороны, походу. Наконец-то заканчиваю обрабатывать видео Москва Крым. Это вторая поездка. И осталось половина. На какой половина? Это в Кемерово. А потом в следующее видео в Красноярск. Ну, в общем, много еще предстоит. Временами накрапывает дождь. Ввиду того, что слишком много видео для обработки, ну и другие причины, вынужден был отказаться от предложения, от 3 предложений. Это Москва, Екатеринбург, Москва-Барнаул и Москва-Курган. Ну, во-первых, и расстояния маленькие, короткие, а во-вторых, нужно вот скорее рассчитать точно время записи. Очень сложно, чтобы
аудио стыковалось, поэтому будут небольшие нахлёсты. Так, подъезжаем с левой стороны населенный пункт Крымская Роза. С левой стороны по ходу движения. Далее населенный пункт Зуя. Через город проходит дорога, называется Шоссейная улица, но Зую обойдем по объездной с правой стороны. Так, что там говорят в салоне? В салоне молчат. Город Зуя стоит на реке Фундуклы. Фундуклы. Ну, местность открытая. Ни лесопосадок, ни других таких особых ветрозащитных, естественных, природных устройств нету. Иногда встречаются небольшие такие рощицы, как, например, вот с правой стороны по ходу движения. Ну, строится дорога, видно насыпь. Это строят новую дорогу. Движение достаточно плотное. Но строительство дороги идет поочередно, то с левой, то с правой стороны. Вы это можете сами наблюдать. Вот как передали. В СМИ. ППС контроль разметки. Ограничение 90. Впереди будет правый поворот. Это Донское. И улица называется Комсомольская. Ну и далее она ведет там село Спокойное. Село Донское проезжаем. Или проехали уже. Надеюсь, что аудио совпадет с видео. В
чуть позже прочитаю комментарии, которые подвигли меня рассказать о перегоне Иркутск-Москва, когда вот подписчик написал 100 раз нарушил правила дорожного движения и под конец поджег урну. Вот. Комментарии, которые я прочту попозже. Значит, с левой стороны далеко осталась Мазанка, поселение или село, или станица. Сейчас примерно в километре с правой стороны село Трудовое. Так, пришел главком. Ух ты, какие носочки. Сейчас. Это я сюда повесил. Сейчас, подожди. Так, и вплотную приближаемся к Симферополю. Симферополь. Проспект Победы. Снял это. Снял, молодец. Сейчас, подожди, дедушка закончит поговорить с тобой. С правой стороны вы, наверное, заметили стелла. Начался Симферополь. К сожалению, Симферополь проезжали очень долго. Через центр поехали. Там пробки были и потеряли примерно около часа. Поэтому в Севастополь приехали, уже было темно. Ну, с другой стороны посмотрите город. Двигаемся по проспекту Победы. Впереди объездная дорога вокруг Симферополя. Но повторю, что мы проехали через город. Пробки, заторы, как и везде. Это вот еще зимой. Что будет летом? С левой стороны автостанция Восточная. Мы в данный момент на проспекте Победа. С левой стороны проехали чуть раньше Новоцентр, торговый комплекс. Сейчас с левой станции проехали, с левой стороны проехали станцию. Автостанция Восточная. Кому интересно, те послушать весь разговор, оригинальное аудио. Оригинальное аудио на втором. Братан, ну на месте был, по-моему. Блядь, или сюда сейчас в сторону кольца.
Потихоньку приближаемся к развязке. К развязке объездной дороги. По объездной тоже не советовали ехать. Говорят, что она тоже пробками изобилует. И само полотно дороги неважное. В общем, вот так вот получилось, что едем через центр. Навигатор тоже тащит через город. Ну, без спешки, без суеты, кто хочет, те посмотрит. Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 60. Посмотрит и это видео на втором аккаунте без ускорения. С левой стороны жилищный комплекс Луговой Престиж. На проспекте Победы находимся. Ну, там, где круговое движение, сейчас подъезжаем к нему, это площадь Куйбышева. Киевская улица уходит направо и налево, то есть пересекаем ее. Что еще видно здесь на карте? Торговый центр «Палас» какой-то. С правой стороны райисполком. Ну, много торговых центров, магазинов, что слева, что справа. Это город Симферополь. Ну вот по возможности буду поворачивать камеру, чтобы не тупо смотреть на впереди идущий автомобиль, а чтобы вы могли посмотреть на архитектуру. Вот просто на дома города.
Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Круговое движение. Пересекаем улицу Ленина. Двигаемся по проспекту Кирова. С левой стороны, с левой стороны по ходу пассаж. Прошел дождь, поэтому улицы мокрые. Люди стоят на остановках, идут по тротуару. Нормальная, спокойная обстановка. Мы на проспекте Кирова. Впереди круговое движение. Повернем на улицу Козлова. Левый поворот, вернее, второй съезд. Параллельно идет Севастопольская улица с левой стороны. Город Симферополь. Я сделаю надпись на видео, так что можно не комментировать это. С левой стороны, как небольшая парковая зона, что ли. С правой стороны водоемы Нижний и Верхний пруды. Массивно называется жилищный комплекс «Изумрудный». Небо пасмурное, начинает потихоньку смеркаться. Ну, не очень удачный маршрут, потому что в Севастополь приедем затемно. Thank you.
такое движение стоп-старт, и где-то, наверное, около часа потеряли времени. С левой стороны от дороги учебно-воспитательный комплекс «Лингвист». Или делаем вид, что двигаемся. Центральный район. С правой стороны проходит железнодорожная ветка и район Перово. Вот, насколько возможно, показываю вам город. За рулем ведущий, я справа бездельничаю. С правой стороны, повторю, железнодорожная ветка. Впереди город. Ограничение 60. Город чистенькое. Движение стало повеселее. Вот мы на прямом участке. Город. Мы, наверное, слева смогли заметить. Так, впереди. Приятное свидание, но это, наверное, район. Приятное свидание или
поселок с правой стороны, с левой стороны Союз, еще дальше справа Тополи. Конечно, если бы не было пасмурной погоды, то, я думаю, и Севастополь можно было бы захватить в светлое время. Дорога грязная, проезжаем Новопавловку. Дорога называется Севастопольская улица. С левой стороны далеко скалистая. Тополя вдоль дороги, конечно, очень красиво, это летом. Ну, надеюсь, вам повезет, кто поедет в летний период, период отпуска. Впереди опасный поворот. Ограничение 60. С правой стороны река Альма. Также с правой стороны Севастьяновка и Самохвалово. Впереди слева глубокий яр. Справа ароматная. Это будет дальше. А я пока почитаю комментарии ваши. Так, пользователь Александр VII добавил комментарий. В Крыму автомойки относительно дешевые. Мне там за 500 рублей химчистку салона сделали. Там очень много автомоек помой сам своими руками. Ну, за 500 рублей, конечно, это достаточно дешево автомойка. Так, еще комментарий. Так, разошелся пользователь Дмитрий Г. Я вот не знаю дорог там, поэтому просто построил в Яндексе маршрут. Так, по-моему, сбился я. 108 файл. Это чтобы сориентироваться потом.
Так, с левой стороны Бахчисарай. Но мы пройдем его по объездной. Через город ехать не будем. Ну, во-первых, темно, ничего уже не видно практически. Впереди город. Ограничение 60. Так, я, значит, продолжу читать комментарий Дмитрия Г. Я вот не знаю дорог там, поэтому просто построил в Яндексе маршрут Ростов-Керчь. Ни один из вариантов не проходил по участку Кореневск-Тимашевск. Был через Краснодар по М4 и другой Кущевская, Коневская, Тимашевск. Такие Google карты, два варианта, причем независимо от времени. Независимо от времени там выбрать можно. Также по М4 и как ехали в Симферополь ранее. Предыдущее видео. В связи с этим вопрос. Вы заранее маршрут обговариваете или так, нет? Так, повторю. Дмитрий Г. написал. Я вот не знаю дорог там, поэтому просто построил в Яндексе маршрут Ростов-Керчь. Ни один из вариантов не проходил по участку Кореневск-Тимашевск. Был через Краснодар по М4 и другой Кущевская, Коневская, Тимашевск. Окей, карты Google, два варианта, причем независимо от времени, там выбрать можно. Также по М4, как и ехали в Симферополе ранее в предыдущих видео. В связи с этим вопрос, вы заранее обговариваете маршруты или нет? Ну и я бы не ругал сильно Яндекс.Навигатор, если он вдруг повел там, то, наверное, в тот момент на то были причины, ибо по умолчанию он этот маршрут не предлагает. Я еще удивился в предыдущей серии, почему после Ростова свернули на М4. Но сейчас глянул на Яндекс и Google карты, и оказалось, что вы вполне хорошо объехали пробки. Опять же, сначала странным показалось, почему ехали через город Тимашевск, а не объехали его с севера. Но глянув в Google примерно в то же время, когда ехали, с учетом пробок, действительно так чуть быстрее. Впрочем, доверять или нет навигаторам – это дело лично каждого. Надо учитывать несколько факторов, в том числе комфорт конкретной дороги. В этом видео, безусловно, помогает. Спасибо за него. И вам спасибо за доброе. Двигаемся в сторону Верхнесадовые. Ну, темнота уже опустилась. Стало значительно темнее, но до Севастополя не очень далеко. Так, сейчас постараюсь прочитать еще комментарии. Что такое? Последняя машина осталась в Симферополе. Чтобы посмотреть красоты Севастополя, эту симферопольскую машину нужно будет догнать до Севастополя. Ты сказал назад. Ну вот уже по разговору в салоне понятно, что... что не очень удачное время проезда. Неудачное время прибытия в Севастополь. Впереди город. Так. Ограничение 60. Пользователь Real Time Car Travel написал. Время 20:17. Обгон с выездом на встречку и засада ДПС. Машины слепят, но за рулем ведущий, поэтому я говорю, что я отдыхаю. У нас разные, скажем так, интересы. Для меня, например, на первое место выходит снять видео. Хорошее, красивое, чистое видео. У него, значит, как можно быстрее.
вот в этом противоречии и возникает напряженка. Это раз. Во-вторых, он по натуре сова, я по натуре жаворонок. Это второе. Я не люблю, когда на меня давят, ну, условно говоря, и сам не люблю давить. Вот выполнили 4 маршрута, и я сказал, что больше никогда ни ведомым, ни ведущим не буду. Только в одиночку, когда сам планируешь время старта, время ночевки. Заранее маршрут не оговаривали, но я поставил условие не ехать не по тому маршруту, по которому был Москва-Симферополь, а через Краснодар. Ну вот он мне мозги запудрил, в итоге поехали так, как поехали. Во-вторых, у меня вышел напрямую проект, который я начал раскручивать 2 года тому назад. Что за проект? Но как только будут реальные результаты, я это все буду снимать тоже на видео, вот, и по всей вероятности буду размещать в интернете. Пока заранее об этом говорить не буду. Так, ну вот мы приближаемся к поселку Инкерман, и совсем недалеко у нас. Впереди опасный поворот. Ограничение 40. Потихоньку приближаемся к финишу, к конечной точке маршрута. Серпантин, дорога. Конечно, в светлое время совсем другой вид. Я думаю, не очень интересно смотреть вот эти вот светящиеся мотыльки, столбы, свет встречных автомобилей. Но, с другой стороны, видео полезно еще тем, что показать будет пущен в эксплуатацию мост через Керченский пролив. И это уже останется историей. Да, тут только можно на слова верить, как красиво вот на этом серпантине. Но сейчас ничего не видно. Видно там вот впереди с левой стороны эти светящиеся огоньки населенных пунктов. Ну, по сути, мы на объездной дороге Севастополя. Железнодорожного сообщения пока нет, но и по всей вероятности в этом году, в 2018, не будет. Поэтому назад добирались воздушным транспортом. Я сделал видео из окна самолета, из иллюминатора самолета, но там только взлет и посадка хорошо видны, а весь маршрут проходил. Thank you.
город. Ограничение 60. Ну, это предупреждает о том, что подъезжаем. Впереди мобильный пост ОПС. Я думаю, слышали. Ограничение 60. Слышали мою реплику, возглас в салоне. Ну вот мы и в Севастополе. Сейчас стоит задача найти автомойку. Ну, забил навигатор. Выбрал другую автомойку. И потихоньку двигаемся к ней. В общем, попетляли немного. Завершается маршрут Москва-Севастополь. Буду рад, если он кому-то принесет пользу, это видео. Который раз повторю, что видео достаточно быстро устареет, еще может быть пару-тройку месяцев, и открыто будет движение по Керченскому мосту, тогда уже паромные переправы. Впереди мобильный пост ОПС, ограничение 60. Ну, паромная переправа будет, потому что движение для грузового транспорта, для форд по мосту будет до конца года еще закрыто. Но форы будут еще по парому переправляться. Ну, а автотуристы, автопутешественники, они, конечно, окажутся в более привилегированном, в более привилегированных условиях. Вот, крутились, вертелись, искали автомойку. Вот здесь, по-моему, автомойка и химчистка салона, она обошлась, по-моему, рублей 700 или 800. Сейчас я просто могу спутать с Кемерово. Да, здесь дешевле эти услуги, в Кемерово гораздо дороже. С левой стороны параллельно идет улица Хрусталева, впереди Ленинский район. С правой стороны ручей Южный, с левой стороны ручей Карантинный. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Плохая дорога. Ограничение 50. Датакам продолжает предупреждать. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. То есть дорожный. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40.
забыл, что хотел сказать. Они до такам. Так что, возможно, до лета я с маршрутами завяжу. Да вообще уже пора сходить с трассы, не тот возраст. Активно ищем автомойку. Нашли, вроде бы. Привели автомобиль в порядок. Положение определено. И двигаемся. Добро пожаловать. И двигаемся к точке. Финиша. Комментарии. Никита Хрущев. Жирная свинья. Крым сдал. Хрущев Крым сдал. Путин Крым принял. Такие плакаты висят. Так, ну, в завершение хочу сказать, что далее будет, по всей вероятности, видео о маршруте Москва-Кемерово, затем Москва-Красноярск. Такие, по крайней мере, намерения. И видео «Россия из окна поезда». Вот такая программа. Всем всего доброго. До следующих встреч.